Пока. Можно фамилию? Фамилию, имя, отчество назови. Попов Николай Сергеевич. С какого периода вы находитесь на территории Украины? С 12 июля. С 12 июля какого года? 2014. С какой целью вы прибыли на территорию? Вступить в ополчение. Вступили? Так точно. Звание какое воинское? Рядовое. Где проходили срочную службу? В внутренних войсках. Место? Сыктывкар, полгода учебка, потом Ангарск и Новоленина в Иркутске. То есть вы приняли решение добровольно вступить в ополчение? Да. С какой целью? С целью защиты мирного населения от фашизма. Откуда у вас информация, что здесь такая-то агрессия по поводу мирного населения? Из интернета. Из интернета. То есть вы доверяете интернету, идете вот и начинаете убивать людей. Вы дезертир? Можно так сказать. То есть вы разочаровались в убеждениях ДНР, да, их идеологии или в чем? Скажите сам. Я видел разборки между батальонами, видел, как отбирают имущество. Вот. А потом еще услышал, что... Имущество у кого отбирают? У мирных граждан. У прохожих или входят в дома? Ну вот, при мне было, водителя остановили за то, что он проезжал на желтый свет. Сказали ему, твоя машина экспроприирована. Забрали машину и телефон. Что можете интересного рассказать от себя? Каково ваше впечатление о пребывании в рядах ополченцев? Плохая организация. Плохая организация чего? Ну, самой службы, народ спит, когда хочет, встает. А кто воюет? Я так понял, несколько подразделений, их по очереди куда-то посылают. В самом Донецке находится несколько войсковых подразделений, которые выполняют боевые задачи поставленные. Правильно я вас понял? Да. Кто в этих подразделениях вообще? Я видел, кажется, батальон «Восток» с осетинами. Это когда была перепалка между своими. Они приехали, потом нас туда привезли и стали стрелять, мол, опустите оружие, сдайте. А осетины говорят, мы оружие не сдаем. А кто требовал сдать? Гюрза. Гюрза это что? Гюрза это позывной командира. Угу. Командира вашего? Да. А почему требовали сдать оружие его скину? Мне кажется, он власть просто хотел показать. Продемонстрировать свое превосходство над ними, да? Да. Кроме осетинов, кто воюет еще в составе ополченцев? Еще украинцы, есть россияне. Украинцы какие? Ну вы же общались там с кем-то. Какие украинцы? Они местные или там приезжие? Краматорск. Славянск, Краматорск. То есть основная масса именно местная, да? Донецк, да, в основном. Ясно.